Эта композиция узнается с первых секунд. Предисловие или восход Штрауса – заглавная тема симфонической поэмы «Так говорил Заратустра». Невероятно сложная в своем исполнении. До этого в областном центре звучала лишь однажды, более 40 лет назад. Сейчас же она открывает Международный фестиваль искусств «Самарская осень», который стартовал во Всемирный день музыки. День музыки – это, безусловно, прекрасный день. Хорошо, что он был учрежден. Вот насколько я припоминаю, в 1975 году. И одним из инициаторов был и Шостакович. Хочется, чтобы как можно больше людей были приобщены вот к этой красивой музыке. Это облагораживает, это дарит ощущение радости. Я считаю, что полноценное развитие личности без музыки невозможно. Поэтому благодарность организаторам этого фестиваля за тем, что они творят это дело на благо всем нам. Всего в рамках фестиваля искусств пройдут несколько концертов. Музыканты из Татарстана привезут шедевры европейской музыки. Методия «Бужор» исполнит программу на бис. Свое мастерство продемонстрируют и молодые музыканты, и лауреаты конкурса «Река талантов». Помимо этого, в программе джаз, хоровая капелла, оперные и эстрадные номера и даже моноспектакль «Евгений Онегин». Этот фестиваль очень важен потому, что он привлекает к нам широкие слои публики. Нам очень важно, чтобы нам приходили все новые и новые слушатели, чтобы все больше становилось любителей музыки. Вот. И мы замечаем, что этот процесс происходит, он идет. Для того, чтобы открыть для себя музыку с новой стороны, времени достаточно. Фестиваль будет проходить до 27 октября включительно. Мария Шпакова, Дарья Зотова, Дмитрий Алатырцев, Новости губернии.